Всем приветики! У нас у меня утро. Начинается влог, как всегда, с утра. Сейчас я уже умылась там туда-сюда. Сейчас хочу сделать какой-нибудь макияж себе, с которым буду сегодня ходить. Я нашла какую-то, так сказать, схему макияжа, и мне кажется, то, что это хорошая идея. Я думаю, нужно попробовать. Вот, вот так вот. В принципе, все очень понятно. Где-то вот здесь у нас будет коричневое, розовое и, ну, бордовое. Лучше сниму чехол, потому что чехол очень мерзкий, он очень грязный. Сегодня, кстати, интересный день. Сегодня ко мне спустя полгода пойдет на ночевку подруга, представляете? Слушайте, ну, кажись, что-то да получается. Так, осталось мне нанести бордовый. Слушайте, выглядит прикольно. Вот когда реснички еще накрашивают, ну вообще, правда, мне кажется, очень круто. Потому что ресницы, ну, решают реально многое. В общем, вот такой макияж у меня получился. Он, кстати, очень легкий, вроде как, очень даже симпатично смотрится. Осталось еще губы добавить каким-нибудь цветом, но просто сейчас пока не могу. Вот. Не, мне нравится, классно получилось, правда. Главное, что очень легко. Не знаю, чем я сейчас буду заниматься. Я просто смотрю сейчас импровизацию. Импровизация истории очень интересна. Прям, ну, мне очень нравится. Вот. Надо, наверное, покушать. Да я не знаю. Короче, хозяин, что я сейчас буду делать? Кстати, я вот вам не рассказала. Ну, вообще, я рассказывала в телеграм-канале. Ну, так, частично. То, что ногтей-то у меня нормальных сейчас нет. То есть, если у меня отросли тогда хотя бы какая-то прикольная длина, то сейчас вообще нифига. Но я такая, чтобы... Как бы я же хочу отрастить ногти. Поэтому я их просто под корень убрала и накрасила лаком. Потому что, ну, реально, мне сломали все. Лак слез вообще, потому что я... Ну, я его сама содрала, ладно. Поэтому сейчас у меня вот такие ноготочки. Ну, тоже, знаете, так мило смотрится. Ну, неплохо, правда, согласитесь. Да, мне прям нравится все. А на другой руке, в принципе, то же самое. Здесь, конечно, получилось намного хуже, потому что такое чувство, будто я вообще разучилась красить ногти. Ну, правда, ну, еще и левой рукой правую. На самом деле, жесть. Но так тоже неплохо получилось. Наверное, я сейчас все-таки покушаю. Вот. Так, ну вот мой завтрак. Осталось мне его только подогреть, потому что я не хочу есть такое холодненькое. Возьми микроволновку, сейчас тоже засуну. Давай, я что тоже. Всем приятного аппетита, кто кушает. Мне вот это компотик домашний. У меня, смотрите, какая интересная. Графин. Хрустальный. Я обожаю мамин компот, потому что это получается не как компот, а как сок, прям в прямом смысле, когда он прям холодный, это, я не знаю, просто невероятно. Котлетка тоже домашняя. Короче, супер вообще. Мы сегодня купили помылочку. Сейчас я буду ее кушать. Ты что? Я вообще не помню, какая она вкус помыла, хотя я ее не так давно. А, короче, мы сегодня... Я съездила с родителями, купила себе очки новые. Ну, солнцезащитные, очень классные. Хочу сегодня в них пофотографироваться. Надеюсь, что-то там будет. Очень вкусно. Сейчас пойду покупать коржи, потому что вариант делать тесто самим вообще не вариант. Будет, что получится говно. Мне и так папа захейтил, что все говно. Поэтому, да, лучше купить коржи за 10 рублей. И делать тесто все-таки не вариант. На самом деле страшно все испоганить, потому что я хочу, чтобы родители покушали вкусную еду. Тем более папа сказал, вдруг у нас получится говно. Он приготовит всякий случай салат. Но я как бы же хочу, чтобы все покушали вкусно. Поэтому я куплю коржи. Если они будут дешевые, их будет много, если мне повезет. Я куплю много и буду вырезать из них краски, формочки, то, что мы хотим сделать. Я иду за тестом. Извините, мой лук. От одного до ста. Ботиночки. Отчетчики. Отчетчики. Все новое. Я во всем новом. Во всем новом. Планировала купить коржи за 20 рублей, хотя бы, чтобы если они были бы, если бы мне повезло. Их нет, есть только дорогой за 150, но там их три. Я думаю, ну что взять тогда?
очень вкусно. Чечечки. Я вам продемонстрировала, да, или нет? Ладно, не сейчас. Не время, не время. Вот здесь бы очечки бы сейчас в тему были бы. Я иду в магазин, где должна быть моя последняя надежда. Надеюсь, что я все найду, что мне нужно. Мне так нравится, когда на меня светит солнышко. Правда, периодами. Ну ладно. Вот что значит. Господи, ребята, это что такое вообще? Где я живу? Это мой район, если что. Это вообще что такое? Там еще, кстати, вещи вон там. Все, покажу. Ну, блин, это просто так выглядит, на самом деле, реально устрашающе. Я, как человек, на самом деле, бояка, которая в детстве говорила, что ничего не боюсь своей подруги. Вот еще вещь. А сейчас я пойду звонить своей ЛПшке. Там еще какие-то люди сидят, господи. ЛПшке в домофон, чтобы она мне открывала и выходила. Ну что, давай. Там бомжи, одежда бомжей. Давай, говори. Я впервые за сколько, за полгода пошла на ночевку. Второй, третий раз. О, чехол новый? Старое говно, кстати, такое вообще, отстой. Если ты будешь стрёмный ракурс, будет такой кринж. Если у меня там как-то волосы неправильно. Настя, пыль, мне страшно идти. Белый, белый. Пошли. А, ну пойдем. Настя, я думала, ты нажала кнопочку. Ладно. Юлиана сломала. Красиво? Даже. Бутик от Юлианы. Мы тут собираемся фоткаться. У нас тут немножечко сломалась аппаратура. Хорошо, что не мои, блин. Настя уже стоишь. Я починила очки. Джинсы гладим. Формат, да, такой. Настя, это невозможно. Да иди так. Ну куда мы фото сыдем? Настя. Стой, покажи. Настя. Сравни, да, вот так. Я тебе сейчас ухо прижгу, Настя. Давай, Настя. Давай приклеим. Мы пошли фотографироваться. Надеюсь, что-то будет годное. Не, ну на самом деле уже начинается какой-то трэш. Но мы заклеили скотч. Ой. Скотч, ага. Но мы заклеили ноготь. Пластырь взять. Короче, мы понафоткались. Настя меня просто так щелкала. Я сейчас ставлю звук какой-то будет. Это просто жесть. Вообще на улице очень тепло, как будто сейчас уже лето, да? Да, лето все. Прямо очень тепло. А у нас, кстати, лед до сих пор на Амурке. Да, мне надо ехать, меня ждет дома. Мы взяли, покажи. Карфовский лимонад и клубника киви, да. Борсики, короче, короче, реально класс получилось. Трактор у меня просто божественный. Жесть. Алис, включи классные тиктокерские песни. Включаю тикток-ток. Песни из тикток. Тикток. Простите, заживала пленку. Скоро мы все починим. Алис, включи крутые тиктокерские песни, модные. Аня, врач, к
Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Это звон монет, они тянутся мне рук. Это мой концерт. Я уже подруг, но за деньги, да. Я не делаю это даже за деньги, да. Я подумала, тоже скажу, да. За деньги, да. За деньги, да. Это Луи Виттон, он из сторон. Это мой зад, кто мне имена, идти номера. Я помню только пин-код, зависит от меня. Когда я иду в магазин, закупщик от себя меня узнает по глазам. Мой штан за меня говорит, я подвращу все, об этом сделала ретит. Да хватит, однажды я уехала в ту ситуацию. Потеряла сумку, паспорт и пить. Там, где играет музыка, я отключаю телефон. И я покажу мне. А ты такой красивый с бородой. Ай, папа, в сети. Я вообще не хочу без папы слушать. Давай. Настя, это тебе. Улыбнулась, офигеть. Она запищала. Ночь надела до тебя. Компот? Нет. Или это не компот? Ням. Можешь? Ням. Сейчас мы будем трендить, да. Если пить газировку, то красиво. Карфорские лимонады, те самые. Карфорские лимонады, как мне такие велят. Если больше лимонада не пью. Но... Ты меня сделает первый кусок, откусок. Короче, мы приготовили пиццу. Настя ест сейчас с целлофаном. А, ну я ее испачкала во время видео, кстати. Это я тоже вставлю. Вот целлофан. Ты будешь с целлофаном есть? Ну, короче, мы сделали пиццу с целлофаном. То есть пепперони наши клопса, она с целлофаном. Но я свою уже почистила, и то есть мне, ну, можно ее есть, собственно. Вот. Вот пофоткались, поснимали видосы. Нет, видосы не снимали. Тиктоки. Будем тиктоки снимать. Я в своих штанах такая, йоу. Попробуем какой-то трюк. Короче, мы сейчас столько пофотались, что это просто капец. Поэтому фоточки в Инстаграме, в Телеграме, там, вот где. А что у тебя случилось? На это нет? Капец. Алло, привет. Винься. А косметику. Трэш. Я решила помыть голову в 11 часов ночи. А я была. Кто еще волнует? Такая мне интересная рок-прическа, но, кстати, тоже мне нравится. Что у меня типа все снимается, не растекается. Слушай, какая-то хорошая у меня смывалка. А мы еще не спим. А сколько время? 11:53. 11:53. У меня уже как почти высохло. Ну это сколько время? Как все нормальные люди проснутся через 8 часов хотя бы.
поспать 7 часов, проснулся в 7:59. Я в 7:20 проснулась. Какой? Ты поспала до 6:30. Ну, вот глаза закрываются, они вообще как будто приклеились. Привет! Сосисочки, сосисочки. Сосисочки, сосисочки. Сосисочки, сосисочки. Скажи мне, почему ты сидишь? Ну, блин, реально. Типа вот мои вот ее. Мы забыли попрощаться, поэтому всем пока, спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравился такой реалистичный влог. Пишите обязательно в комментариях, если вам понравилось, мне очень важно это знать. Всем пока!